ради большого разнообразия в этом году посаженных гибридов перца, вот оригинально отличился вот этот наш красный перец, гибрид Капелла. Посмотрите, как она прекрасна, это ярко-лимонные красные цвета. Вот она сейчас идет. Она самый первый из всех этих перцев покраснел. И цвет у него шикарный. И урожай у него хороший. Ну, уникальный сорт этот Капелла. Поэтому, если вот на любителя, те, которые вот хотят, чтобы ранний, особенно его даже можно и для парников, которые вот в мае, допустим, первый красный тоже, май, июнь, очень долго перцы краснеют, а этот гибрид буквально она невысокий и урожайный, и быстро, самый первый из всех гибридов краснеет. Поэтому для тех, кто собирается сажать, вот именно заниматься красными перцами, она, кстати, и очень пользуется спросом у клиентов, вот этот сорт гибрид Капелла, она, можно сказать, что пока незаменимый. Я тоже не видел еще такого красного сорта.